Бежим, сели. Привет, ребята, Гудаури, Грузия, полет на параплане. Меня зовут Анатолий. Как тебя зовут? Ирина. Ира. Это Ирина. Ира, хорошо. Сейчас мы подождем ветерочка и полетим. Летная сегодня погода, да? Хорошая, хорошая. Отлично. Первый раз в жизни вообще это делаю. И не слышала ни разу этого. А представляете, на что решился человек? Мне это весело. Вам понравилось. Ну, мы что, вот так здесь крутиться будем или дальше полетим? Смотрим, зависит от воздушной массы. Ванила. Если много вопросов задают, и мне делаю установку молчать. Хорошо? Пошли, побежали, сели сегодня. Эрик, ты будешь здесь, а я там. Нам надо будет пройтись метров 5 вперед сначала. Угу. Я чувствую, что барабанчик начал взлетать. Может, немножко не придемся еще вперед. А может, быть, сядем сразу. Хорошо. Потому что ветер такой, что надо подождать. Ну. Судя по той воздушной массе, которая идет. Такой спокойный голос у человека, приятный. Ты так со мной иногда разговариваешь. Ладно? Разбега. Мне же надо не видеть. Сейчас раз, два, шаха. Я в свободе! Вот, птица! Птица! Нас очень правильно не работает.
я быстро лечу. Какая скорость у нас? 50. Я лечу со скоростью 50 км в час. Не более и не менее.